Соревнования эти городские и традиционные. Каждый раз в преддверии Нового года гимнастки демонстрируют свои достижения. Участниц 65. Сегодня на ковер вышли самые юные воспитанницы спортшколы. Младшие из них всего 4 года. Я один раз заняла никакое место, а второй раз заняла второе место. А потом поехала в Анапу, там заняла третье место. Мне нравится гимнастика, что мы делаем на бревне колесо, на бусях, еще на прыжке. Одни гимнастки более опытные. В секции спортивной гимнастики они занимаются более года. Другие только делают первые шаги. С этим видом спорта они познакомились лишь 3 месяца назад. Но, как и взрослые спортсменки, упражнения юные участницы соревнований на призы Деда Мороза выполняют на 4 снарядах. Свое спортивное мастерство девочкам необходимо проявить на брусьях, бревне, перекладине и кольцах. Малыши пока не выезжают на турниры, и для них это единственная возможность ощутить соревновательный дух. Очень маленькие они пока, поэтому им очень нужны старты, нужно выступать. Конечно же, показывать себя и своим родителям. Они довольны, счастливы, бегают, все получат медали обязательно. Мамы, папы пусть подарят им подарки, а здесь медали для них самый большой подарок. А уже завтра своими успехами перед судьями смогут похвастаться более взрослые гимнастки. Инга Габейша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.